В регионе завершается кампания по летнему трудоустройству подростков. За 3 месяца в ней приняли участие порядка 800 несовершеннолетних. Сферы деятельности абсолютно разные. Кто-то убирал мусор на улицах города, ну а кто-то помогал офисным сотрудникам. Между тем, впервые в истории Нарьян-Мара школьников временно трудоустроили в одной из территориальных общественных самоуправлений. На условия ребятам жаловаться не пришлось. Удобный график, хорошая зарплата, ну а главное – общение с друзьями. Все подробности у Александры Литковой. Посадка цветов, уход за деревьями и проведение игр с младшими ребятами, а также сбор мусора на территории микрорайона. Такие обязанности были у 16 школьников целый месяц. Екатерина Филиппова – одна из них. Работает в первый раз. Признается, на что потратить деньги, пока еще не решила. Но уже точно знает, что следующим летом дома сидеть не будет. Лучше, конечно, работать, чтобы наш город становился лучше, красивее. Работать это интересно. Возможность заработать по 20 тысяч рублей молодым людям предоставил ТОС микрорайона «Старый аэропорт». Это первое территориальное общественное самоуправление региона, которое приняло участие в окружной программе занятости детей в летний период. Необходимость уборки поселка существовала давно. Но поскольку ТОС – это общественная организация, силами жителей мы проводили субботники, а систематической уборки поселка в летний период не осуществлялось. Поэтому пришла в голову идея заключить договор с центром занятости и взять на работу детей и подростков по программе трудоустройства детей на летний период. Уважать чужой труд и не бросать мусор на тротуары, газоны и дороги – такой вывод для себя сделали подростки после месяца работы. Ведь отходов собрали немало. В первое время уходило 3 мешка в день. Кроме того, участвовали во всероссийской акции. Очищали от хлама берег Качгартинской курьи. Я очень довольна первым опытом. Конечно, было трудно, поскольку не все дети хотели вовремя приходить на работу, не все дети хотели качественно выполнять работу, приходилось за ними следом идти и подправлять. Но в целом, я думаю, опыт положительный и для ТОСа, и для детей, поскольку микрорайон стал чище. Я очень благодарна детям. Положительный опыт этого года в ТОСе планируют повторить следующим летом. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».